В Краснодарском крае муниципалитетам разрешили создавать вытрезвители. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал закон, меняющий порядок оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. Документ, опубликованный на сайте администрации региона, передает полномочия по созданию вытрезвителей с краевого уровня на муниципальный. Соответствующий закон Краснодарского края 21 июля 2022 года были внесены два дополнения. Первое подразумевает возможность передачи полномочий по оказанию помощи людям в опьянении, а второе позволяет создавать специализированные организации в форме муниципальных учреждений. В тексте документа в том числе говорится про наделение такими полномочиями на неограниченный срок администрации Краснодара и Сочи. При этом муниципалитеты будут получать краевые субсидии, а региональные власти будут контролировать их работу в этой части. Соответствующие изменения депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли на сессии 18 июля. На открытие вытрезвителей в Сочи и Краснодаре планировалось заложить 145 миллионов рублей бюджетных средств. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.